Они стояли у истока формирования местного самоуправления Ковылкинского района, работали в непростые времена и сегодня продолжают добросовестно трудиться, делая жизнь в районе лучше. Работников администрации приветствовал глава Ковылкинского муниципального района Николай Комсов. Вам я бы хотел пожелать здоровья, это самое главное. Хотел пожелать, чтобы больше встречалось на вашем пути хороших людей, которые бы вас вдохновляли на работу, чтобы финансовые тоже вопросы были решаемы, чтобы вы получали, конечно, больше, чем сейчас, вы достойны этого, чтобы в ваших семьях царила доброта, смех, достаток. За успехи в профессиональной деятельности госслужащие были награждены почетными грамотами и благодарностями Республики Мордовия. В завершении торжественного собрания для работников администрации был организован концерт. Артисты РДК исполнили патриотические песни, а дополнили программу композиции народного вокального ансамбля «Макшани».